Смотрим повторы. Змея пробует низко по корпусу и получает прямой в голову. Там она меняет тактику, сама пробивает в голову. Кот работает по корпусу. Здесь мы видим шедевр. Змея проваливает удар кота по корпусу, уходит от него и пробивает апперкот. Чуть не хватило и уходит от ответного. А здесь она сотрясает голову кота суперджебом и получает ответку по корпусу. Второй раунд ребята устраивают настоящий мексиканский махач. Работают коротко, быстро по корпусу, комбинациями. Здесь змея наносит сильнейший удар в голову и пробивает еще в корпус. А кот, кстати, впервые подключает левую лапу. Здесь он встречает боковым в корпус змею удачно. Уже работает боковыми. Тут на коротке прямые удары. Змея снова получает в голову. Ну а тут снова... Лучшие моменты раунда. Джеб, отскок из прямой стойки. Меняет на левостороннюю стойку кот. Джеб, отскок и с правым боковым. Ну, не попал. А вот здесь он делает комбинацию с двух боковых и вторым отправляет змею в нокдаун. Чемп зализывает раны.